Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Чи може камінь змінити долю? Ми з вами дізнаємось у нашій сьогоднішній програмі. Считается, что камни издают определенные вибрации, которые совпадают с вибрациями человека. Безусловно, камни обладают своей определенной энергетикой, это часть природы. Камни – это живые существа, потому что если посмотреть на камень, то у него есть структура роста. Есть камни, как планеты, которые ты смотришь и видишь там целые миры. Сьогодні, друзі, ми запрошуємо вас в дивовижне місце. Його господарка, гемолог Юлія Синякова, готова поділитися з вами таємницями, які приховують каміння. Господа, ми хочемо пригласити вас в сказку. Але ця сказка реальніше, ніж сама реальність. Знаєте чому? Тому що іменно зараз на страницах нашей программы мы хотим познакомить вас с хозяйкой Медной горы. Мы входим вовнутрь Медной горы. Она такая волшебная, она вся полна чудес и неожиданностей. И вот перед вами хозяйка Медной горы, которая любезно согласилась приоткрыть сокровище только для вас, дорогие наши зрители. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Юлечка, как и полагается хозяйке Медной горы, она должна быть красивой, она должна быть умной, и, конечно, у нее должны быть такие глаза, как у тебя, которые, в которых отражается свет камней, находящихся сейчас вот у тебя на шее. Это очень красивые камни. Итак, сегодня, телезрители, мы в гостях у хозяйки Медной горы. Юля, будь добра, вообще, наука о камнях, это, если отбросить шутки в сторону, это ведь серьезная наука? Да, действительно, наука о камнях, она называется гемология. Это наука, которая изучает камни, как бы очень много геологов, различных специальностей, профессий, направлений, людей, которые изучают непосредственно камни. Камни изучают физики, химики. Как бы, то есть, это нам камушки нравятся, мы их носим в бусиках, в колечках, храним у себя дома, в статуэтках, в каких-то там просто камушки, которые мы собираем на море, либо на улице, в лесу. А на самом деле камни приносят очень большую пользу, они используются в часах, допустим, рубины используют в часах. И ну, раньше часы работали благодаря камням, которые находились в этих часах. Как бы, то есть это достаточно очень такой научный предмет, который изучается. Юля, дело в том, что человек, я думаю, что телезрители согласятся со мной, в том, что мы часть природы. И мы для того, чтобы наша жизнь удавалась во всех направлениях и во всех отношениях, мы должны жить в гармонии с природой. Камни – это тоже природа. Да, есть разные камни, есть булыжники на мостовой, а есть камни, хозяйкой которых ты являешься в твоей Медной горе. Вот, телезрители, давайте сейчас вместе с нашей хозяйкой Медной горы Юлией пройдемся. Она хоть и гора небольшая, но тем не менее камни просто сияют. Итак, Юля, пока мы будем идти, будь добра. Итак, жить в гармонии с природой и жить в гармонии с камнями можно? Ну, безусловно, камни обладают своей определенной энергетикой, это часть природы, которая непосредственно живет вместе с нами, она живет везде, как бы мы находимся вместе с этими камнями, они окружают нас, нам они нравятся, они радуют наш глаз, и как бы камень, ну, он повсюду с человеком, он в интерьере, он в одежде используются. Раньше были каменные бусины, использовали, да, делали для одежды. Носили бусинки. Самые первые камни, которые были найдены, самая первая коллекция камней была найдена в одной из китайских пещер. И это были небольшая коллекция самоцветов. Это было, она датируется каменным веком. То есть, как бы уже тогда человек собирал камушки, он ими интересовался, и он их коллекционировал. Юлечка, ты сказала, что камни приносят большую пользу человеку,
и даже играют большую роль в его жизни. И кроме эстетического удовольствия, которое мы получаем, глядя на камни, они еще имеют и, ну, можно даже сказать, магическое значение. Как бы человек всегда наделяет любой предмет, да, окружающий его природе, он наделяет определенными магическими свойствами. Ну, на сегодняшний день при изучении кристаллическая решетка камня, она является идеальной. И физики, и также эзотерики приходят в каких-то вопросах, они сходятся на том, что действительно что-то есть такое в камне, что действительно наделяет человека и помогает ему решать какие-то определенные вопросы, да, либо лечение там камнями, есть такая наука, она называется литотерапия. Ну, люди их испокон веку используют в своей повседневной жизни, эти камни. Телезрители, обратите внимание на шею у нашей хозяйки Медной горы. Удивительные камни, которые, мне кажется, они очень ей идут. Но я думаю, что ты их одела не только потому, что они тебе идут. И не только потому, что они подходят твоему костюму. Хотя очень красиво, правда, телезрители? Ну, очень красиво. Но они еще какую-то роль выполняют. На мне сейчас лазурит. Ну, одела я его как бы потому, что он подходил моему платью, но если чисто интуитивно, да, вот человек выбирает камень, он выбирает его интуитивно, то есть, если просмотреть свойства лазурита, он открывает у человека красноречие, раскрывает его творческие способности, заставляет человека двигаться вперед и развиваться творчески. Ну, то есть, как бы наша с тобой встреча, это для меня тоже творческое развитие и движение вперед. Ну, очевидно, лазурит я одела сегодня не случайно. Не случайно и интуитивно, как ты сказала, человек все равно тянется к какому-то определенному камню. А вот, Юля, ты как владелица вот этой прекрасной самоцветной пещеры, ты ведь не только владеешь ею, ты и свои знания предлагаешь людям, чтобы и люди тоже прикоснулись к этой тайне камня, и, может быть, ну, можно так даже, ну, с помощью камня обрели счастье? Нет, но обрели какую-то уверенность в жизни. Можно с помощью камня обрести уверенность? Вот лазурит, мы выяснили, он помогает в творчестве, поэтому ты такой творческий человек. А, например, чтобы избавиться от страха, который угнетает многих, есть такие камни, которые помогают? Сказать, что панацея, да, вот вы возьмете этот камень в руки, он тут же вас от всего избавит, излечит, исцелит, наверное, это сложно и очевидно, как бы, ну, если разбираться с научной точки зрения, то это невозможно. Если верить эзотерикам, то все возможно. Как бы каждый человек решает для себя сам, эффект плацебо еще никто не отменял, и поэтому все-таки можно попробовать и такой вариант тоже. Ну, камень, который, допустим, избавляет человека от вот этой вот неуверенности, страхов, да, каких-то, ну, такой вот ситуации, каких-то кошмарных снов, когда людям часто по ночам снятся кошмары, можно попробовать взять камушек аметист, положить его под подушку, и считается, там, испокон веку его ложили в спальнях аметистовые друзы, либо камни, либо украшения, что они избавляют человека от плохого сна, от тревожности. Аметист – камень, который помогает найти человеку его духовный путь. Он уравновешивал его духовно. И сам фиолетовый цвет аметиста, он успокаивает душу человека, настраивает на вибрации. Считается, что аметист – это камень духовников, духовных людей, камень священников. И очень часто в церковной утвари, в украшении церковной утвари, они используют аметист. Можно сказать, что камни являются и как украшением, но в принципе, вот не было бы камней, ничего бы не изменилось, с одной стороны. А представьте, телезрители, ну нет камней, ну вот нет этой россыпи, этого прекрасного такого дара от Бога. И как бы наша жизнь была бы намного беднее. Ну, камни – это эстетическое удовольствие прежде всего. Мы украшаем свой дом камнем, да, мы делаем мраморную лестницу на входе в дом, либо гранитная лестница, да, мы ставим какие-то вазы из камня, статуи, всегда это все делалось из камня, полы, то есть считается, что, допустим, очень хорошо, если у вас там какая-то усталость, постоять просто на мраморном пороге. Почему раньше в Древней Греции полы были мраморные? То есть человек становился, полежал, даже вот эти вот кровати, там скамейки, все это было из мраморов.
Мрамор, он снимает с человека негатив. И таким образом не только хороший проводник тепла, но и снимает негатив. Допустим, древний Китай очень использовал нефрит. Действительно, нефрит считается это целебный камень, и даже делаются какие-то нефритовые подушки, и обкладываются нефритовой подушкой поясница или спина. Вы никогда не лежали на нефритовой подушке, друзья мои? Но я думаю, что если есть возможность, полежите. Хотя это жестко. Да, нет, на самом деле лежать на нефритовой подушке очень удобно. Я проверила это на себе, когда у меня очень болела шея в позвонке. Ну как же, есть нефритовая подушка, надо проверить. Я проспала на ней пару ночей. Это удобно на ней спать, она не жесткая. И когда я стала спрашивать своих клиентов, они сказали, да, действительно, многие из них спят на этих подушках. И постоянно им они очень как бы нравятся, поэтому тут... Очевидно, как бы ее ортопедическая форма и жесткость, просчитанная уже как бы, ну, достаточно временем, оно дает свой результат. То есть не только эстетическое удовольствие, но еще и целебное свойство камней вполне очевидно. Существует масса массажеров из камней. Это могут быть шары, это могут быть массажеры, которые массируют тело. То есть они различные формы. Они есть в форме там ежика, шарики, колючие. В основном это нефрит используется. Есть сердоликовые массажеры, аметистовые, шары, которые используют стоун-терапия. Да, как бы это все используется не непосредственно можно использовать камни-самоцветы, но иногда это используют просто речные камни, смотря кто каким методом пользуется. Считается, что при помощи аметиста очень хорошо накладывать крем для лица. На лицо накладывается аметистовой лопаткой, что это аметист разглаживает морщины. Так что, в принципе, очень даже можно использовать... Каменные массажеры, опять же, они бывают разные. Можно просто взять три шарика, элементарно крутить их в руке. То есть можно выбрать определенный камень, который вам нравится и который соответствует. Ну, считается, что камни издают определенные вибрации, которые совпадают с вибрациями человека. И поэтому как бы интуитивно мы выбираем непосредственно тот камень, которых вибраций нам не хватает в организме, ну, в эфирном теле человека. Поэтому, как бы, выбрав непосредственно необходимый для вас шарик, вы можете делать, крутить его в руках, делать им массаж, просто носить его в сумке, общаться с ним. Даже общаться с камнем, вот так где-то едешь и достаешь из сумочки камушек и говоришь, ты мой хорошенький. Но на самом деле, я думаю, что камни – это живые существа, потому что если посмотреть на камень, то у него есть структура роста. Видно, как он растет, видно, как он живет. Считается, что, и даже это научно доказано, что в музеях, в которых хранятся вот эти минералы, там минералогические музеи, да, что камни растут. Есть кристаллы, которые могут, находясь просто у вас дома, расти. Они подрастают, они растут очень долго, они растут на несколько миллиметров, там, может быть, за 10 лет, но они растут вместе с нами, они растут, живут. И камни – это живые существа, которые, ну, живут, наверное, просто намного дольше, чем мы о них думаем. То есть, Юля, все не так просто. Не просто ты там крутишь камушек, а ты крутишь живую природу. Я думаю, что камни все-таки живые существа, потому что если посмотреть на просвет камушек, либо просто когда ты его держишь в руках, ты не можешь от него уже... Ну, я не могу отказаться, потому что он настолько красивый и он настолько живой, внутри него есть собственный мир. Есть камни, как планеты, которые ты смотришь и видишь там целые миры. Камень, он настолько интересен и настолько разнообразен, допустим, той же яшмы в природе существует 200 видов. 200 видов – это значит 200 оттенков, 200 разных рисунков. Агата – 200 видов. 200 оттенков и 200 рисунков, и плюс агата еще научились красить химическим путем, их насыщают краской. И это тоже получается очень красиво, очень ярко, очень такие фантастические камни. При том, что вот эта структура роста камня, она дает различные узоры, она дает возможность увидеть там пейзажи, картины. Кто-то видит людей, кто-то видит зверей. Ну, камень это, я считаю, что это живое существо. Хотя это живое существо не разговаривает, оно молчаливо, но тем не менее оно живое. Ну, я думаю, да, коты тоже с нами не разговаривают, но они живые.
Вот, в принципе, я думаю, что да, что, ну, что-то есть. То есть каждый верит в то, что он верит, но что-то в этих камушках есть. Почему-то один камушек, вот по моему опыту, люди приходят, там они где-то прочитали в интернете, они узнали что-то интересное, и вот им нужен непосредственно вот этот камень. Придя, пересмотря там целую гору этого камня, там и браслеты, и сережки, и бусики, и кулончики, они приходят к выводу, что нет, а я хочу вот этот вот зелененький, а что же это за камушек? Ну, мне же совсем не для этого нужен был, но все равно человек заберет вот этот зелененький, потому что он увидел, ну, почувствовал в нем то, чего ему, очевидно, не хватало в этом зелененьком камушке. У меня есть клиенты, которые носят там мешочек камней просто в сумке, потому что, ну, там... Стесняется человек носить там бусики или стесняется носить браслетик. Как, ну, мы все как бы привыкли к чему-то одному. Вот, и поэтому вот просто камушки живут у нее в сумочке. У меня вот тоже в сумочке живет много камушков. Я иногда, когда вытряхиваю карманы, сумки, то у меня все время высыпается что-то. Я даже не обращаю часто внимания, ну, когда я уже этот камушек взяла, и когда он уже стал моим и попал ко мне уже в сумку и уже живет у меня дома. Юля, то, что живет камень у тебя, это само собой, потому что, ну, а как иначе может быть у хозяйки самоцветной горы? А будь добра, вот как ты нашла камни, или как камни нашли тебя, что ты не только ими увлеклась, но и стала специалистом в этой области, как наука о камнях, это гемология, да? Ну, знаешь, я как бы... как и все нормальные люди, да, там училась в школе, закончила институт, и никогда я не думала, я отношусь к тем женщинам, которые не особо там любят украшения, там бусики, это было не мое. Но так получилось, что когда я начала свой бизнес, как бы это был сувенирный бизнес, то мы занимались сувениркой, и мне попались камушки. Я остановилась и сказала, что ну вот тут я отказаться не могу. Я возьму пару бусиков, и вот, ну, мне надо. И вот это мне надо, оно переросло в основное, в, как бы, в то, что мне очень нравится. Я уже занимаюсь этим 10 лет, и как бы много. И вот анализируя, почему именно камни, и почему именно они, и почему именно с ними я не могу расстаться, я поняла, что в детстве мне очень нравилась книга Бажова, «Малахитовая шкатулка» и его рассказы, вот этих вот старателях, искателях камней. И мне очень нравилась сказка о серебряном копытце. И я вот все мечтала, вот, что вдруг и вправду может прибежать такой олененок, встать на крышу и забросать все самоцветными камнями. И, ну, вот, наверное, как бы вот эта детская мечта и сказка у нас сбылась. И у меня есть вот такая вот медная гора со своими камнями. Наверное, с каждым из этих камней есть, ну, можно сказать, особая связь. Дело в том, что есть камни, так как я камни выбираю сама, подбираю модели, да, все сама для своего магазина, вот, то как бы ты выбираешь все равно интуитивно тот камень, который тебе нравится. Очень долгое время у меня в магазине не было гематита. Мне не нравился этот камень, я не могла его держать в руках, он ко мне не шел. И даже когда клиенты приходили и спрашивали, есть ли у вас гематит, я говорю, нет, у меня гематита нет. Вы можете обратиться к кому-либо другому, я скажу, где, но лично у меня гематита нет. И одна женщина, ну, она очень такая, ну, привезите мне, ну, пожалуйста. Я говорю, ну, его полно везде, она, нет, привезите мне вы. Ну, а что, мне... только из ваших, да, рук, да? Да, есть такое иногда, бывает, мне нужно только от вас. Вот, я привезла этот браслет, потом как-то так у меня поселился гематит. И я, ну, обратила на это внимание, я обратила внимание, что какие-то камни из списка у меня не живут, потому что они мне не нравятся. Я подумала, что, наверное, к ним это нечестно так будет относиться. Я стала их тоже брать. Ну, честно сказать, они поселились и у меня в моей коллекции дома, поселились и в моей шкатулке, и в магазине. То есть, да, вот есть, с кем-то ты дружишь, с кем-то ты не дружишь, кого-то ты очень любишь, и его у тебя очень много, и в украшениях. И когда у меня многие клиентки говорят, боже, у меня же этого агата уже столько, как же я его... И опять я выбрала бусы из агата. Ну, потому что, очевидно, это непосредственно тот камень, который вот нужен, и он приходит к человеку в любом виде, каждый раз он обращается именно к нему. Скажи, пожалуйста, самый первый камень, который тебя поманил и благодаря которому ты вот стала тем, кем ты есть?
Первый камень, который появился в моей жизни, наверное, в детстве, еще когда я училась в школе, мне очень хотелось малахит. Опять же, я прочитала... Малахитовая шкатулка? Ну, нет, это не с этим было связано. Я прочитала, ну, как бы, мы часто читаем гороскопы, да, люди читают гороскопы. Естественно, я прочитала в каком-то из журналов гороскоп камней, и вот меня заинтересовал камушек малахит. Я попросила у мамы денег, и в ювелирном я себе купила кулончик. Этот кулончик, кстати, у меня до сих пор есть. И ну, я удивилась, что через много-много лет он все равно нашелся, он никуда не потерялся, потому что все-таки камни имеют такую особенность, они как приходят, так и уходят. Люди очень часто теряют камни, они очень часто рвутся бусы, теряются, куда-то пропадают эти камушки, где-то они потерялись дома. И как бы у меня, я не исключение, они у меня точно так же теряются, рвутся, где-то падают, разбиваются. Но вот этот кулончик так со мной до сих пор и живет. Он у меня дома, в шкатулке. Вот. То есть твой камень малахит? Я не могу сказать, какой именно мой камень. Ну, твой первый камень. Самый первый, да, который, наверное, у меня появился. Наверное, это был малахит. Ну, скажем так. А вообще я отношусь очень как бы спокойно ко всем вот этим вот гороскопам, к тому, что говорит. Я считаю, что человек должен прийти, подержать его в руках и определиться сам, какой его камень. Потому что на моем личном опыте, сколько бы я ни читала, какой бы камень мне не подходил, все равно я выберу совершенно противоположный, именно тот, который вот мне понравился, который визуально мне нужен сегодня. Я не знаю, мне иногда говорят, у вас бусы не подходят к вашему платью. Я говорю, ну что, зато мне очень хорошо в этих бусах. Говорю, какая разница, подходят они к платью или нет. Я могу чувствовать себя совершенно комфортно, когда у меня браслеты одеты до локтя. Придя домой, мне муж говорит, да, будет видно, ты с работы пришла. Вот, я чувствую себя комфортно, меня это не смущает, какого цвета на мне камушек, подходит ли он к моему платью. Если он мне подходит сегодня и сейчас, значит, он мне нужен, и он мой сегодня. Завтра я могу одеть другой, и у меня будет другого цвета камушек. Есть же такое понятие, как цветовая, да, вибрация, там, отношение цвета, да, мы воспринимаем камни по цвету. Ну, не камни, вообще цвет, да, там, красный цвет любви, там, зеленый цвет спокойствия успокаивает нервную систему. Я думаю, что камни где-то в какой-то степени таким же образом и работают. Красные кораллы – это символ любви, символ женственности. Кораллы всегда носили женщины. Коралловые бусы – это традиционное украинское украшение, да, считается коралловые бусы. Потом, опять же, как бы зеленый цвет, он успокаивает нервную систему. Естественно, когда ты держишь зеленый камушек, на него смотришь, гладишь его, то есть ты успокаиваешься. Я думаю, что в какой-то степени цветотерапия в камнях тоже работает. Есть даже сейчас направление в развитии малышей. Используются камни самоцветы, создается такой маленький мешочек с различными камушками. И ребенок таким образом учит цвета по камушкам, и он, опять же, это идет как цветотерапия, он успокаивает нервную систему, развитие мелкой моторики, то есть сейчас даже камушки используются для развития малышей. А вот скажи, пожалуйста, Юлечка, наверное, большая часть тех людей, которые к тебе приходят, это женщины. Ну, естественно, женщины любят украшения. Но есть ли какие-то мужские камни, вот которые выбирают только мужчины, или камни вне полов? Камни разделяются тоже, они бывают мужские и женские. То есть более темные, насыщенные камни по цвету считаются мужскими камнями. Более светлые камни считаются женскими камнями. Тут это можно сказать там о лабрадоре, он делится, ну, так, то четкая градация у него. Камень лабрадор, да, я знаю, есть порода собаки лабрадор. Такой и камушек лабрадор, это лунный камень. А, вот, то есть, в принципе, да, там есть мужские и женские. Женские камни. Есть мужчины, которым нравится аметист. И как бы, ну, часто мужчины мало носят украшений, да, на себе из камней. Там максимум это может быть какой-то перстень. Но очень часто у меня покупают брелок на ключи. То есть, как, если хочется, то как хороший выход, это брелок на ключи для... Или просто повесить в машине. У меня был клиент, который вешал, он приходил каждый месяц, покупал какой-то камень. Я говорю, ну, для чего? Он говорит, машину. Я говорю, сколько у вас их там висит? Я говорю, ну, как бы постоянно что-то покупать. Он говорит, вы не поверите, они куда-то падают и теряются в этой машине. И он каждый месяц покупал что-то новое, подвешивал. Потом, когда он разобрал там какую-то подложку, ну, что-то в машине, он нашел целую гору этих камней, пришел такой радостный, говорит, говорит, уже целая коллекция. Что ты можешь пожелать нашим телезрителям, которые еще не нашли свой камень? Как им найти его?
Ну, найти свой камень очень просто. Можно открыть интернет, прочитать в интернете о камнях. Просто начать с того, что посмотреть вообще, какие они бывают, какие у них свойства, какого они бывают цвета, как они называются. Прийти ко мне, либо кому-либо другому, кто занимается камушками, подержать этот камень и выбрать, если очень сильно хочется, то желания всегда исполняются, и к вам придет тот камень, который вы ждете. Ми з вами, друзі, сподіваюсь, не дарма провели час, і знайомство з гемологом Юлія Синякової навело на думку, що каміння не просто так існують в нашому житті. Я, Ніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре.